Всех приветствую, дамы и господа, мы вновь на этой же дропе и продолжаем наш самый имбалансный путь. Короче, с 10 тысяч мы сделали 45 в прошлом ролике, это было невероятно. Захожу и думаю, давай пооткрываю самые дорогие кейсы, захожу и смотрю. Да, тавтология. Новые кейсы, я хочу их проверить. Дорогие кейсы, я хочу их открыть. Посмотреть все вот это, что это из себя представляет, насколько это сильно окупает, ведь в прошлый раз нас окупило просто нереально. Перед началом попрошу тебя, пожалуйста, прямо сейчас поставить свой царский лайкосик. Просто возьми и сделай это, потому что для тебя это всего лишь одна кнопка. Не забывай, что прямо сейчас все, кто поставили лайк, могут участвовать в розыгрыше каждодневных скинов от 500 рублей. Ссылка в описании, залетай в телегу и принимай участие. Конечно, не забывай, что если ты зайдешь на GGDrop, то здесь есть самый лучший промокод, который только есть. И он для тебя. Смотри, нажимаешь плюсик и вводишь его. 11 пред. Это самый рабочий, самый лучший и самый окупаемый промокод, который только есть на этом сайте. Любая твоя сумма перемножается, и это уже плюс 11%. А это самый здоровый промокод. Ну и плюс моя удача. Конечно, пополнять ты можешь абсолютно любыми способами. Виза, Киви, как ты хочешь. Вообще без разницы. Просто заходи, просто пополняй, просто кайфуй. Но не забывай, что ты можешь зайти в барабан бонусов и нажать ввести кодик. И здесь вместе с процентом выхватить какой-нибудь скинчик. Либо это кейс, либо это процент, либо еще что-то. Без разницы. В любом случае это даст тебе бонус. А с этим бонусом ты сможешь купиться больше. Сейчас мне выпал, ну, наверное, самый худший бонус, да, бонус на пополнение, потому что самый мощный я тебе уже дал и самый окупный. Но в любом случае мы начинаем, а ты пристегивайся. И начинаем мы, конечно, с рыбацких кейсов. Поехали, созвездие Дигла. Молодцы, настолько маленькое количество скинов, реально молодцы. Вот это, кстати, мне нравится, когда сайт делает, и он делает там не прям супер много, типа вау. Он сделал немного и добавил прям, ну, прям маленечко скинов. Ну, конечно, это не окуп, да, но в принципе нормально. Дождливый. 895. Я про то, что всего лишь 3 ряда скинов. Раз, два, три. И это реально круто. То есть, другими словами, посмотри, раз, два, три. Всего 3 скина, ну, 3 пары скинов. Это обалденно. Поехали, попробуем еще раз. Дождливенький. Может быть, он окупит. Кстати, полет пока хорошо. 401 рубль, это уже неплохо. 260 тысяч, ну, уже хоть что-то. Хотя бы компенсировали прошлый минус с этого кейса. А следующий кейс, костер на озере, тоже будем открывать на 5 раз, прям на максимум полигон. Перчатки, кстати, обалденные, синенькие, я бы очень сильно хотел. Давай пробовать открывать. Вообще, когда GG-шечка выпускает вот такие вот ивентики, конечно, в большинстве случаев они будут окупать. То есть, они только для этого здесь и созданы, чтобы просто взять и тебя окупить. 1600. Но как оно будет на самом деле, я вот тебе сейчас покажу. Потому что вот у меня очень хороший плюс. Я с 10 тысяч поднял 45 тысяч. И сейчас делаем обзор нового ивентика. Хорошо. Неплохо. Хорошо. Ужасно. Кстати, нет, хорошо. Подожди, 1300, 3300. Почти. Ни туда, ни сюда. Вроде бы, да, окуп, но вроде бы еще и слили шашлык. Кстати, прикинь, шашлыки, этот кейс уже был на жижишечке. Они просто взяли кейс и подняли его снизу. Некрасиво. Хотя, подожди. По-моему, красота. 8200 рублей. Что? Плюс 3000. Хорошо, я это возьму. И грибной. А этот уже 10 тысяч. И он тоже был на GG-дропе. Да, возможно, виды изменили как-то. Именно наполнение. Я за это не... Вау. Вау. Ни хрена себе. 12 тысяч. Так, подождите. Так, у нас плюс 5 тысяч рублей только с последних двух кейсов. Шашлыки и грибной. Мы можем даже не открывать самые дорогие. Хотя нет, мы можем открыть и самые дорогие в том числе. У нас загвоздка. Мы окупились. У нас сейчас есть возможность открыть все это. Но на 5 раз мы не можем закаленное в боях открыть. Но мы можем открыть после полевых испытаний за 40 тысяч рублей. Как думаете, хорошая идея или нет? Давай попробуем. Знаю, что сейчас, возможно, сольет и даст 10 тысяч рублей. И весь прошлый мой... Ай, я не знаю. По-моему, это не пахнет. 17 тысяч. По-моему, это окупом не пахнет. Вот про это я и говорил, что может просто тебе в один момент взять и просто слить. Ну, ничего страшного. Закаленное в боях на 2 раза. Поехали. Откроем здесь. Все-таки мы начинали с десяточки. Not bad, 18 тысяч, not bad, not bad. Мы начинали с десяточки, поэтому сейчас у нас даже больше, чем нужно. 6700, ой, плохо, а вот это уже не очень приятно. Хорошо, давай тогда попробуем по-другому. Давай попробуем зайти в красный и попробуем крутнуть его. 3 раза, офиг, давай на 3 раза, 4 так 4, но... 2600, он сливает, ты прикинь, он... Хорошо, 2-2, все, я думал все, я просто думал все на ровном месте мы слили, но он окупил,
а купил именно красный. Не вот эти дорогие, которые мы открывали, а именно красный. Нет, я, конечно, могу открыть поношенный еще на разок. Может быть, он нас окупит, но что-то у меня такое представление, что вот эти сайты нас не окупают. Буря на закате льва? Не знаю, не думаю. Так, подожди. 22. Не понял. А купил. А если еще раз? То есть, самый дешевый не окупает, за 40 тысяч не окупает, а за 22 окупает? Да не, фигня. Сливаешь. Сливай. 7300. Ну да, слил. Блин, накаркал. Ну и дебил. Я, конечно, думал, что сольет, но я не надеялся, что сольет. Вот как сказал, то и получил. В любом случае, пока у нас зафиксирован жесткий плюсик, в любом... Хорошо, хотя бы десяточку вернули. Хотя бы десяточку. Поэтому давайте откроем серию 7 ключей. Посмотрим, что у нас здесь. Вот прямо сейчас. И полетим, пацаны, дальше. В любом случае, будем открывать все кейсы. Будем открывать дальше. Я не сдаюсь. Я не собираюсь это выводить. Просто... зафиксируем бесплатку. Было 12 тысяч, стало 17. 5 тысяч с бесплаток? Жир. До сих пор в плюсе. Мы в минус не ушли, потому что было 10 тысяч рублей. Продолжим завтра. Обязательно попрошу тебя поставить лайкосик. Если поставил, конечно, залетай в телегу, участвуй в розыгрышах. Ну и не забывай насчет самого лучшего промокода 11 пред. Плюс 11% на абсолютно любую сумму. Ставь лайк, подписывайся.